Привет, друзья! На связи Рина Пинтонида, ваш риэлтор во Флориде. Мы вчера отпраздновали 4 июня, я сегодня с тренировки с утра, вот такая, молодец я. И хочу вам сегодня показать интересный объект, который у меня тут неподалеку строится. И вот по дороге сюда я решила остановиться и показать вам. Вот это был у нас долгое-долгое время пустой участок. Вы видите, что размер его небольшой, но я не знаю, есть тут соток 5 или нет. Вот. И на нем вот недавно начали строить дом. И я хотела, вот как раз спрашивают, как строят, почему там картонные дома и прочее. Я хотела вам как раз показать вот такой вот дом. Вы видите, что будет он не очень большой. Вот судя по фундаменту, сейчас заливается фундамент. Но я покажу, с чего они начали. Начали они с вот этого въезда, потому что здесь была у нас труба. И это очень плохо, что они ее перекрыли. Вы видите, что вот здесь вот у нас канава, и то есть вот здесь проходит труба сточная, где они, по которой идет вода. И то есть вот сейчас, если большой поток воды будет идти, явно эта труба, диаметр ее меньше, чем объем вот этой канавы. Вы видите, вот она вот сейчас труба, я вам ее покажу. И, безусловно, для того, чтобы эту трубу делать, нужно было добиваться разрешения, и они очень-очень долго его опять-таки добивались. Потом, после этого, они сделали, после того, как вот они заасфальтировали вот эту площадку, они не заасфальтировали, они вот тут грунта накидали и вот сделали такой вот маленький бетонный въезд. Скорее всего, здесь не будет в этом доме гаража. И была сделана, вот видите, вот это подведена уже городская вода. Канализации у нас здесь нет, поэтому будут они копать яму, и подозреваю, будут они копать яму где-то вот в этой части. Значит, начали они с того, что вот рядом стояло, вот видите, огромное дерево, и такое же дерево было на участке, и они это дерево спилили. Я подозреваю, что это тоже не очень дешевое удовольствие договориться с деревом, с компанией, которая будет пилить это дерево. Вот. И специальная служба приезжала, дерево спилили, потом очистили всю эту площадку. Других деревьев, вот здесь других насаждений не было. И начали понемногу завозить блоки. Вы видите, вот блоки вот там, они вот там начали завозить блоки, вот оттуда, сейчас покажу поближе. Вот оттуда они выстроили первые как бы два ряда этих блоков, воткнули туда, вы видите, воткнули по всему периметру арматуру и завезли еще немного блоков. И вот когда мы были в отъезде, они, видите, здесь залили бетон. И вот когда говорят о том, что вот во Флориде такие дома ненадежные и прочее, посмотрите, то есть вот на площадку они сразу, здесь никакого заглубления они не делали. Здесь стоит три ряда блоков, и из них 2,5 залито бетоном. Это бетонное основание для строительства дома. А как будет этот дом строиться дальше, я вам буду показывать. Мы с вами будем смотреть на это, благо он находится тут. Вот не до... у меня есть возможность постоянно вам как бы часть, шаг за шагом показывать. Похоже, что в этом доме, вот понимаете, задний двор будет очень-очень маленький и очень символичный. Но вот спереди будет парковка для машин, и мы посмотрим, как это все будет происходить. И я буду вас держать в курсе. Вот сегодня вот такой вот небольшой обзор только строительства дома. Мне хотелось вам показать и рассказать. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Если у вас остались вопросы по этому дому, если я вам что-то еще не показала, вы пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что пока еще дорога ложка к обеду, и у меня есть возможность вам это дело показать, пока они вот дальше не начали строить. Подписывайтесь на мой канал, мне нужны подписчики, приходите, если у вас есть какие-то вопросы по недвижимости, я всегда с удовольствием вам на них отвечу. Засим прощаюсь, пошла мыться после душа. Пока-пока!